Привет всем! Предоставилась такая возможность показать вам и рассказать кое-что вот о таком замечательном автомобиле Mitsubishi Lancer 9 и что с ним произошло за эту зиму и к чему это привело. Значит, это было видео про Lancer этот, где я работал толщиномером. Смотрите видео, это видео называется Mitsubishi Lancer 9. Что-то там еще написано, не помню. Значит, я его испытывал. Ну, звонил его толщиномером, показывал салон, мотор. Прошла зима. Вот, сейчас на всякий случай еще раз потыкаем его толщиномером. Для чего? Сейчас объясню. Вот, значит, вроде бы да так, со стороны все неплохо, но за зиму произошли такие вот интересные вещи. Это не грязь, это вот такие вот коррозии, которые, судя по набуханию вот этого металла внутри, видно, да? Вот он идет, а потом опа, вот так вот надутый. Скорее всего, это либо дергало бампер, либо шло изнутри. Ну, бампер крашеный. С этим не поспоришь, но, точнее, это видно, но вот такие вот вещи присутствуют интересные, которые прут изнутри, это не скол. Вот раз, видно, да? Ну ладно, здесь поближе к арке, вот они, два. Ребят, берем выше, смотрите, какие прикольные жуки. Видите, как его разрывает изнутри, рвет просто, набухает. Здесь вот какая-то фигня. Получается у камеры приблизить вот здесь вот что-то. Ну и, следовательно, конечно, самое вкусное это вот здесь вот. По нижней части арки. Как ни странно, порог абсолютно целый. Возможно, на нем есть ржавчинки, вот типа вот этих вот. Но в целом он абсолютно целый. Извиняюсь за каламбур. У машины одинаковая шагрень по всей длине. Но когда машина эта пришла первый раз, она куплена была в Питере, сразу бросился в глаза ее абсолютно идеальный блеск. То есть, как мне сказали, что она отполированная. Ну, вот такие вот вещи, я считаю, это не это следы покраски. Вот такие вот. Ладно, задается вопрос, почему заржавела вот эта вот арка. Возьмем, например, за образец крышу. Сейчас. Нормальная толщина, да? Вот, например, в принципе, это нормальная толщина. То же самое. Здесь даже нет перехода. 63, 66, тоненько, все красиво. 71. Опускаемся к низу. 58. Возможно, вот этот переход сделан под это ребро. Но ребро слишком пологое. Смотрим. В месте, где у меня возникали вопросы, да? Сейчас попытаюсь поближе показать. Не видно ни хрена. Вот. Вот видите, какие вещи здесь, да? Это скол, залитый лаком. Сразу же возник вопрос, что здесь может быть? И здесь смотрите, какой прыжок сразу. С вот этих вот 66 или 9, в принципе, до 113, до 125, 9, 114. Ребят, ну я вижу, что здесь покрашено, но хотя здесь очень тоненько. Что здесь было? Непонятно.
Вот оно приближается сюда, ближе к двери, растет показание прямо вот на глазах. Я переставляю, и оно растет. Даже если что-то красилось, сначала, конечно, возникал вопрос, а не поменено ли крыло? Я посмотрел, оно не поменено. То есть по... открываешь дверь, там резинка, да, вот эти вот сварные точки, там все целое. Ну, смотрите, 180. Поняли, почему здесь все сгнило и заржавело? 160. Потому что здесь был ремонт. 228. 133. Возможно, что-то было вот в этом месте. Об этом, опять же, косвенно вот эти вот сколы, залитые лаком. И поэтому такая арка красивая. Но этого не было летом. Это вылезло за зиму. Ладно. Едем дальше. По дверям, по внешней части двери нет претензий. Снутри смотрел, снутри начинается. Как вот помните, у девяток, да, снизу двери ржавели. Переднее крыло. В принципе, вроде бы все нормально по внешнему виду, но в глаза бросаются вот такие вот вещи, опять же. Их можно, конечно, списать на дефект покрытия какого-то либо там, да, там покраски там. Ну, хорошо видно, что, например, здесь вот шагры нет практически, здесь она увеличивается, увеличивается, увеличивается. Ну, бампер, естественно, крашеный. Ну и вот такие вот вещи присутствуют. Видно, не видно. Ну, также здесь видно, как фара трет по крылу. И также здесь вот пошло, все по кромочке пошло, и вот сюда пришло. И здесь видно, как бампер стоит. Так вот здесь. Но пока особо сильно тут больше ничего не вылезло. Для собственного успокоения проверяем толщину крыла, ну, по отношению ко всей машине, толстовато. Скорее всего, это новое крыло. Вижу мусор, пыль. 170. 181. Нет, это, скорее всего, не новое крыло. Почему? Потому что это просто второй облив. Второй слой лака. Уже видите, как хорошо. Ближе к двери уже совсем должно быть хорошо. Ну вот, в принципе, 116, это только лак. Второй лак здесь кончается. Что-то было с носиком, именно с носиком крыла, почему и начало вот тут все разваливаться. Смотрим сам носик. Видите, 226, 236, даже не с носиком, 228, а скорее всего с углом крыла, с передним. Вот, да, 240 ползет показания. 250. 260. 260. Короче, вот что-то с этим местом было, возможно. Небольшое такое повреждение. Но к чему это приводит? Это ничего страшного. А, кстати, вот здесь вот даже видно. Если попытаюсь, увидите, не увидите, видно, не видно, вам будет. Здесь вот такой вот ореол идет, проседание называется. Попытаюсь сейчас показать, конечно, очень плохо видно это. Я боюсь, это не видно будет. Короче, такое вот проседание. Проседание по лаку. Но здесь крыло, в принципе, неплохо за зиму. Фары не могу сказать. А, кстати, фары Стэнли, да. Митсубовские фары Стэнли. Видите, да, вот эта фара. Более затертая. На ней вот такие вот вещи присутствуют. Вот эта фара как новенькая. Скорее всего, фара погибла вместе с крылом, когда была авария. Может быть и нет. Ну, за зиму произошло многое. А именно вот так вот обсёкся бампер весь.
пару вот таких вот врубов произошло. Смотрим наше замечательное крыло. Вот бабочки летают. Смотрим другое крыло по правой стороне. Такие вот страшные вещи происходят. Здесь уже сквозная коррозия, которая, скорее всего, также идет изнутри. Ну и больше там ни снизу ничего нету. Почему так? Видно, не видно. Похоже на скол закрашенный. Очень чисто сделано. Есть, конечно, дефектики. Скорее всего, крылышко, конечно, крашеное. Давайте посмотрим его. Ну, в принципе, да. Крылышко крашеное. Скорее всего, вот в этом месте оно должно быть тоже деланное. И поэтому также заржавело. Вот 150. Шмели летают. Удобно здесь, места мало. 158, 100% крыло крашено. И вижу даже вот такие вот вещи. Видно вам, не видно? Вот они. Видно, да? Также крылышко крашеное. Скорее всего, да, вот 116. Здесь уже где-то здесь переход был. Задние крылья. Точнее, заднее крыло, арка. Такая тоже печальная картина. Так вот по всей длине пучится, прет все. Также порог в очень хорошем состоянии, а все, что выше, то вот так надувает. По практике обычно вот такие вот надувания без... Вот оно, в принципе, мягкое, да? Вон, да, след остается. По практике, как, так как я малярю, такая фигня происходит из-за того, что грунты, лаки, базы, какие-то еще там жидкие шпаклевки, что-то еще, они держат с лица это, а коррозия прет изнутри и начинает сдувать их. Но они держат до последнего, потом прорывают. Также здесь видно расслоение арки самой. Вот так вот. Материал, точнее, на арке. Ну, здесь вроде бы не мягко так, здесь мягко. Почему так? А, кстати, вот здесь вот тоже такая вот штука неприятная. Почему так? Смотрите. Тоненько. Здесь уже, видите, такой же переход, скорее всего, идет у нас. Аккуратный. 100% крашеное вот по этому ребрышку. Кто-то очень красиво это все сделал. Лично я не вижу переходов, но вижу вот такие вот вещи. Типа как бы сколы, похоже на сколы под лаком, либо какие-то там нюансы. Также вылезает гораздо выше, вот видно. Ну, сзади ничего не крашеное. Все нормально. Здесь кромка вся целая. Хотел посмотреть еще по... Ну, вот так вот немножечко пролетело в угол. По дверям наружу не вылезло, но на грани. На грани. Сейчас не видно там будет, но я когда там лазал, там было. Сейчас машина закрытая. Также за зиму появились вот такие вот следы удара. Это стандартная фигня такая на парковке. Удар дверью примерно на этой же высоте. Так вот. И такой же след вот здесь вот. Но здесь вот он двойной. То есть молдинг справился со своей задачей.
предотвращать удары, не допускать их до металла. Удар пришелся на молдинг. Все правильно. Ну, все, в принципе. Больше ничего не прибавилось. По кромке все целое абсолютно. Девственно. Ни намека я не вижу. По задней кромке также все абсолютно цело, красиво, девственно. То есть делаем вывод. Скорее всего, если бы это дело не было крашено, не на заводе, а уже в каком-то сервисе, то в принципе автомобиль был бы в довольно-таки неплохом состоянии. Так, стекло не оригинал. Вот так вот оригинальные стекла выглядят. Не вижу, какой год. По-моему, 7-й год хозяин говорил. Ну, это не важно. Не суть дела. Ладно. Машина очень хорошая. Данная. Точнее, не данная, а вот Mitsubishi Lancer 9. Очень хорошая машина. Очень удачная модель. Даже в свое время ее по окончанию выпуска на конвейере, по многочисленным требованиям, возобновили ее выпуск на конвейере. Я такую историю слышал. Машина очень удачная, очень выносливая, очень надежная. И за это ей большое спасибо, за то, что есть такие автомобили. Mitsubishi Lancer 9. Ну что, зима делает свое дело. Остается только за этим следить, чтобы не ржавело особо сильно. Даже если заржавело, всегда можно взять и покрасить. А вам до свидания. Смотрите канал в Ютубе. Автомобили с того света называется. Пока.